Вон он там. Короче, за нами идет какой-то дед. Мы решили пойти погулять в лес. Ну мы там не были, подожди. Куда идти? Ну беги. Все, больше что-то надо говорить еще вообще? Да не, ну скажите что-нибудь. Типа мы, короче, еле доехали, мы пока ехали, монтировали видос в электричке. Всем привет, ребята, с вами Лиска с корицей. И Глебикс, и мы опять приехали на дачу. Мы еле успели на электричку, потому что мы убирали блевоту кота. Да, и еще я в электричке монтировал видео для Ютуба, и постоянно у меня врубался то интернет, то наушники не подключались, вот, и мы очень сильно страдали из-за этого. Но мы все-таки доехали, вот, и надеюсь, что мы сегодня сходим в лес, посмотрим там, может, грибы, может, кабана найдем, потому что в детстве я находил кабана, ну, почти. А еще, когда Глеб монтировал, ему какой-то дед смотрел на видос, который Глеб монтировал, и сравнивал меня в компьютере со мной в реальной жизни. Кстати говоря, на улице очень жарко, плюс 27 градусов, поэтому вот такие вот сладенькие. Мы тут шли и тут нашли вот такое, то есть интересный артефакт. Ну, так вот. А тут есть красивые цветы. Мне вот это нравится очень. Здесь красиво летают бабочки, правда, они очень опасно летают. Здесь вот еще есть шершень, бабочка. Что еще? Вот, смотри, кустовые розы какие-то. Угу. Вон там. Тоже, да? Ничего себе. Ничего себе. Это выглядит прям, ну, то, что надо. Нихуево. Да. Смотри, мы нашли урожай. И еще я вообще в шоке, то есть я не понимаю, что это такое на самом деле. Угу. Мне Глеб говорит, что это орехи, у меня такого опыта никогда не было. Ну, по сути, орехи. Ой-ой-ой, что? Смотри, какой большой паук. Ой. Так, я вот боюсь брать, угу. Я боюсь жуков. Да не бойся, там нет никого. Да? Конечно. Тут вот так, опа, вот так бабушка делает, а я так боюсь делать. Нам и это в радость. Ой-ой-ой, там какие-то местные жители. Даже не знаю, помочь ему или нет. Ну я бы не мне помогал ему. Все. Сейчас будет чемпионат. Глеб сейчас будет бросать, как их. Ёб ты твою мать. Ты нормальный вообще? Смеешься надо мной? Немного. Эй, чё за тапок? Кафтем. Это мой тапок. Это тяга, нахуй. Отдай. Чё, претендуешь на тяги? Тебе дать? Конечно. Поставь его, я надену просто его так. Сейчас мне зубы выбьют, блядь, ногами. А я ж так не достаю, ты видишь? А как, что вот мне сейчас? Нужно, вот сюда. Ты реально сейчас? Ну, конечно. Быстро просто надо, все. Ловко. Еще, блядь. Все, ты пошел ты нахуй. Я не достану. Давай еще раз. Все, устала, иди ты нафиг. Пойду второй тапок. Ай, ты сейчас чем кинул в меня? Ребята, лезем за тапком. Тапок есть. Сам там пойми. Обзор моего лука. Топик H&M. Ну, это вы знаете, короче. Штанишки с Wildberries, смотрите, какие, да? Носочки. Это Arket, короче, уже тоже у нас его нет. Ну и кроссовочки какие. Вот. Чехол. Чехол и, собственно, ебальник. А, сережки, ребят, зацените, пожалуйста. Это вчера я вот приобрели. То есть это сочетание. Тут они нормально стоят? Ой, падаю. Нормально, нормально. Сейчас... А, так вот так они должны быть, ребята, вот так, я вижу там. Обменяли скорее. Ну мы, да, мои сережки обменяли, они так-то 200 рублей стоили с обменом вместе. А на самом деле 3000, ребята. Ну мы идем за гамаками. Ну получается, выбирай, либо вот эти серые, либо вот эти полосатые зелененькие. Ну что ж ты сделала? Мы просто не умеем, на самом деле, не умеем. Как я здесь? По-моему, очень хорошо. Сейчас что происходит, объясняю. Я, короче, делаю снова все шорты, у меня вот калоши. Очень высоко. Ой. Замечательная обстановка. Не знаю, как я выгляжу, но я вначале посмотрю. А, в общем, Глеб, он качался на этих качелях, и тапок опять улетел. Ой, а тут вообще не видно тапка. А, сейчас, вон он там, вот где мой палец, там тапок примерно. Вот, но если что, я вот не знаю, как к нему подобраться. Тут еще вот как помеха. Я думала, на это можно опереться. Оно шатается, лучше на это не опираться. И мы, получается, имеем что? Вон там тапок. Что делать, не знаю. Я думала, что, смотрите, сейчас обойду с другой стороны, а тут, да, то есть уже непонятно. И там вообще вот вода с какими-то жителями. Тоже, да, непонятно. А тапок, получается, вообще вон там прятался, вон он. Гнида лежит.
как его достать. Глеб, я подумала, что это не мои проблемы, и не стала решать эту проблему. Пойдем. Ничего себе, что-то все летает. Теперь стул стоит вот так. Пойдем. Ну, это просто ты длинный. У тебя все получается хорошо. Видишь, как легко. Ну, чего ты делаешь-то? Сейчас пойдем на великах кататься. Я вам все-таки покажу. Здесь вот это червяк умерший. Глеб поймал кузнечика. Сейчас. Ой! Что-то фокус. Мы идем пит. И в пит идем. В общем, сейчас я покажу. Тут сиденье у велосипеда, оно, короче, и нужен. Глеб сказал, ой, шестигранник нужен, он сказал. Я не знаю, что это, но надеюсь, что это норм. Шестигранник. Помогите. Ой-ё. Я считаю, что вот это очень страшно. Говорят, что здесь есть шестигранник. Глеб нашел шестигранник. Я пока вот тут, правда, непонятно, как расслабиться. Уля! У меня попа провалилась в эту дырку. Я не знаю, это вообще нормально так сидеть? Ребята, сидим как можем. Починщик. Бабушка с дедушкой Глеба сказали, что Глеб намотается на велосипед, если не прищепит вот этими красными прищепками свои широкие штаны. Вот поэтому Глеб сейчас пытается что-то вот предпринять. Но я не думаю, что Глеб намотается на велосипед, потому что он уже ездил так на велосипеде. Ну вот. Ну вот я не знаю даже. Типа. Ну, это должно способствовать моей безопасности. А я красивая. Мы нашли лягушку. Ребята, подсъем. Мы едем на великах. Оу! Это, я не знаю. Короче, мы уже чуть не упали несколько раз. Лиза взяла кофту, потому что ей холодно. Ой, да. Плюс 27 градусов, я взяла кофту. Бабушка посмеялась. Я, короче, боюсь упасть, потому что у меня коленки голые, я боюсь распластаться на асфальте. Ой! Мне дед сказал, а что у тебя на руке за черная штука? Я говорю, рисунок, он говорит, тату. Мы зашли в какой-то непонятный... Ты что, ненормальный, что ли, вообще? Мы зашли в какой-то странный забор. Ой, и здесь очень стрёмно, здесь вот такое что-то вот. То есть опасно как-то. Но там есть дальше тропинка. Страшно, что собаки нападут на нас. Я кого-то на руке убила. Так сижу странно. Как будто... И ой, как-то... Ой. Сейчас нихуя непонятно. Короче, мы пока ехали, нашли гриб огромный. Я так думала, что это стрелочка на заборе нарисована издалека. Я так думала. А это оказалось... Я не знаю, это гриб. Вот там вот просто жесть какая-то. Типа вот так вот. Почему? Давай туда заездим. Пойдем. Поехали. Вот. Подожди, почему она так растет? Мне кажется, знаешь, как будто бы забор раньше мешал. Да. И она, ну, опять мы заблудимся сейчас здесь, знаешь? Да, кстати, я об этом подумала. Давай туда. Ой, там кто-то шел. Давай туда, там кто-то шел, давай на него поедем. Давай, напугаем его. Давай с таким лицом. Ю-у-у. Папка осталась позади. Воу! Сосредоточена. Практически скорость света. Ребята, если сейчас вылезет собака, я, наверное, упаду, разобью все. Тормозов нет. Тормозов нету. Что у тебя там? Помоги, что делать? А, вижу, вижу. Помоги! Все. Я ничего не вижу, реально я не вижу. Типа она мне какой-то яд вкинула в глаз. У меня глаз очень сильно болит, я теперь не вижу. Вот это правая сторона. Правым глазом какая-то дебильная мошка меня подвела, и я теперь слепну. Но мы продолжаем двигаться, не пойми куда. Мы уже, на самом деле, я не помню, откуда мы вышли, то есть куда назад ехать, непонятно. Да, вот мы завернули, вот оттуда мы ехали. Вот сюда, и тут отсюда какие-то люди выехали. Да, и вот мы нашли какую-то дверь, и вот мы сейчас сюда заходим, получается. Ломаю велосипед, сори. Типа вот, где мы? Ну, мне кажется, если дверь закроют вон ту, то мы не выйдем уже обратно, но... А что делать? Мы доехали до дороги, вот трасса. Тут типа ничего нет. И, короче, мы нашли вот эту дверь. Мне кажется, нам сюда.
Хотя я не знаю, как мы отсюда выйдем потом, но... Ау-оу! Нифига себе, я долбанулся. Ой, я чуть сюда не провалился. Нет, надо было реально пюрешки взять, нельзя? Нет, я думал, пюрешки мне не надо брать. Мы взяли пюрешки в электричку. Ребят, смотрите. Я чуть сюда не провалился только что. Я не знаю. Погребенная яма. Подожди. Нет, это... Слушай, я есть хочу. Есть? Я есть хочу. Ну, мы не взяли пюрешки. Ты же сказал, что я объелась. Да, но я есть хочу. Короче, мы едем. Пока что все нормально, обычные просто дома тут. Ничего необычного, но почему-то иногда какие-то приливы жары случаются. Да, это так странно. Вот едешь, вдруг резко очень душно и жарко, и резко опять холодно. Я думаю, это из-за каких-то растений, наверное, или... Вот сейчас чуть... Вот сейчас было чуть жарко. Но это, наверное, из-за... Может, там какие-то трубы вообще. Короче, мы посмотрели по карте... Сколько ехать нам до дома? Нам ехать, короче, где-то полчаса, если, ну, не по дороге, а по вот, деревням. Посмотрели, где магазин. В принципе, не очень далеко, но до дома, типа, так же ехать, как и до магазина. Боже мой. Я думал, там идет. Поехали. Он нас везде найдет. Слушай, я так не... Ну, быстро я так не уеду. С этой камерой. У меня опять копа встрела. Мне кажется, пора назад уже, мы не вернемся. Ну я не знаю. Нет? Я вроде пока еду. Я просто пописать надо. Ой. Короче, за нами идет какой-то дед. Не знаю, видно сзади, нет? Должно быть. Должно быть видно. Вот он идет за нами уже. Очень странно, он поворачивает сюда, куда мы заедем. Мы еще пытаемся как-то от него уехать. У нас пока не очень получается, но. Че за звук? Мы сейчас ехали, и я все думаю, из-за угла вывернет дед или нет. Он реально за нами до сих пор идет. Да. Скажи ему. Я считаю, что это ненормально. Мне страшно, Глеб. Уяли, он за нами идет уже вообще-то минут 15. Не знаю, поехали туда. Если он завернет, то мы вообще охуеем. Это, во-первых, красиво. Да. Но это не главное. Я пописал, это главное. Вот здесь. А во-вторых, там сейчас кто-то идет опять за нами. Он очень похож на этого деда, но только тот дед должен быть сзади, да. А этот идет спереди. Да, и еще вон там, я хотел там пописать, остановился, и там вышла какая-то тетка оттуда и начала смотреть на меня, и мы сюда ушли. Когда ты писал, куча машин ехала, и все смотрели, а сейчас... Ну да, это понятно. Смотрите, как красиво, да? Я очень сильно себя... Лучше не двигайся, оса. Где? Где оса? Где? Оса, на пальце, пальце. А! Вот, улетела, не знаю. Короче, что? Я себя корю за то, что я не взяла... У меня есть булочка с корицей и 4 пюрешки. Я могла это взять и сейчас хавать с удовольствием большим. Я даун. Мы брали пюрешки специально, чтобы съесть, пока едем в электричке, но так и не съели, потому что монтировали, сидели. Но вон кто-то... Я не знаю, на камере сейчас будет видно? Видно, да, сейчас. Видно, видно. Это тот дед. Ну, нет, не знаю. Ребята, стоп. Я помню такую банку... Мы здесь были, но как, если мы как бы, ну... Глеб, мы заблудились. Мы, короче, поехали на этого мужика. Он пропал. Вот, да, и он пропал. Мы доехали, его тут нету, и, типа, ни в один поворот его нигде нету. Мы думали, он в кустах прячется, но его не, вроде не выпрыгнул, ладно. Там где-то собаки лают, я слышу, но мы едем туда, мы надеемся доехать до дома. Я устала. У меня глаз от мухи этой болит. У нас привальчик посреди дороги, на перекрестке. Вот, мы нашли это дерево. И вот мы поняли, что нам ехать туда. А мы еще, если найдем водоколонку сейчас, то... Попробуем воды надоить, я сказал. Вот. А, мы нашли, вот. Ребята, вот что. Это же ирга. Я так люблю иргу, но я не буду здесь ее есть, потому что я боюсь. А что, боишься, что грязная? А вдруг кто-то ядом полил. Брыш, что было? Брыш. Вот тут. Это кузнечик, нет, саранча? Это кузнечик, это маленький, это не саранча. Чё, чё ты делаешь? Глеб решил повторить меня. А у тебя из сумки вылетит все? Нет, твой телефон. Блядь, в смысле? Не вылетит. Да ненормальный. Это физика, это элементарные базовые законы физики. Или физиологии, не знаю, или биологии. Тут, тут, ту-ду-ду-дуц, тут, тут, тут. Мы нашли дорогу назад. Мы вот уже возвращаемся к дому. Я устала, очень, у меня голова болит. Ну, у меня нормально, по сути. Все. Мы приехали домой. Вот, я очень устала. Я, наверное, сейчас минут 15 сидела, вот просто вот так вот втыкала в стену. Мы съели по пирожку с картошкой и грибами. И сейчас нам сосиски варят.
Ну чего ты? Чего ты? Я вот говорю, за одну сосиску, да? Нам говорят, 2-10 сразу. А я столько есть не хочу. Я наелся. Я тоже. Вообще-то пирожки, они уже калорийные такие. Ну, то есть мы уже наелись. Но сейчас еще есть придется. Нет вариантов у нас. Идите. Ну ладно. Прикинь, такую фотку, знаешь, типа вот так сфоткать, фотку такую сделать. Вот как бы с улицы, с крыши, вот так, и ты там внутри. А, да. Тебе как? Ой! Сейчас будем кушать. Смотрите, это вкусняшка. Это сами выращенные, хорошие, живые огурцы. Лечение живым огурцом. Ребята, мы покушали. Я теперь веселая, полна жизни. Ой, полна жизни. Весела, бодра и... Короче, себе. У меня только тяжесть теперь, я объелась. Это дом муравьев. А норм вообще, типа? Страшно. Почему ты их бьешь опять? Что ж такое? Ненавижу муравьев. Мне кажется, они мне в лицо летят. Смотрите, мы нашли. Я не знаю... Ой, здесь вообще можно ходить? Какие-то растения, типа, они... Это не мох, это что-то такое, то есть... Так а чем пахнет? Где? Я... Глеб сказал, что здесь... Что здесь пахнет? Я... Ой! А это что? Глеб! Что? Просто вы не знаете предыстории. Мы только что кидались косточками от персиков. Мы, у нас была задача закинуть их за забор. Мы были уверены, что все косточки, они как бы были там. А, к сожалению, нет. На меня муравей сейчас был. А вот этот пушистый, это кто? Интересно. Похоже на какой-то виноград. Подожди, это виноград дикий, нет? Ребята, если знаете, скажите. Ты успокоишься? Глеб лезет к соседям. И что там? Что за кости какие-то опять? Это камень. Так это так странно. Зачем он тут? Теперь ты. Эть! Я думаю, там паутина. Паутина? Давай я беру туда. Нет паутины тут. Может, комар малярийный? Я не знаю, как будто косиножка летела. Или закажи здесь, как эта косиножка летает. Так. А где ты можешь показать примерно? Куда она села? Да. Вот, наверное, самое вот желтое что-то, самое левое желтое. Ага. И вот там куда-то. Я не знаю, я подул, я не хочу больше. Всё. Я больше не пойду искать это. Новый огород какой-то. О, да, кстати. А, то есть... Палет? Я, короче, у Глеба спрашиваю, как будто вот в этом вот какое-то что-то очень страшное должно лежать, какое-то оружие или что-то. Ой. Смотри, кто. А вон кот сидит. Где? Вон, выглядывает. А, да, кот. Сейчас ты посъем кота. Ой, кот. Кис-кис. Ой, тю-тю-тю. На тебя кот смотрит. Ну, вон он. Кичи-кичи. Two hours later. Так, а что? В общем, как-то вообще ебано. Вот, реклама. Короче, нам бабушка сейчас оставила, сказала, вот ночью можете съесть творожки чудо. Вот у меня тоже такое есть. Ой, фокус. Ну, мы сейчас, ребята, будем их есть. Ну, мы сейчас их уже съедим, уже вечереет. Потом пирожки будем. Потом будем пирожки. Короче, ребят, смотрите, что мы нашли. Короче, бильярд. Сейчас будем играть. Ого, я не умею. Ну, я тоже не умею. А где тут мячик один, шарик белый? В лунке. Короче, я не знаю, но вообще, по-моему, сюда ставится, и кто-то разбивает первый. Ты видишь, делает. А ты меня научи как держать вообще? Ой, стол уехал. Стол уезжает у нас, ну. Короче, мы не знаем правила, мы просто так играем, просто... вот. Ой, пальцами трогают шарики. Ну, я просто кидаю. То есть, ну, непонятно. Короче, я подумала, я просто низкого роста, мне не видно, что там, даже если я встану на мысочки. А что это вообще такое, непонятно? Ну, не знаю, это какая-то кукла висит. И там, короче, что-то очень странное лежит. Посмотри, что-то есть там, мне интересно. Я решила сразу снимать, потом... Бумажки, сейчас. Во-первых, вот это тут лежит. Что это, господи боже?
Вот. Скидку в подарок. Очень видно. Гена. Ой, Гена Букин. Вот это. Ой, о боже. Это вообще не очень. А что это? Это страшно. Я не это знаю. Это календарик тоже? Да. 99-й. Ой, Глеб, убери, страшно, пипец. Мы туда не смотрели, мы это не видели. Все, пойдем-ка отсюда. Ребята, короче, вот где-то там кто-то сейчас шуршал. Сейчас я тут схожу, попробую. А тебя вообще не видно будет. Только если ты с фонариком будешь. На тебе фонарик. А тебе телефон, фонарик? Да, я говорю, фонарик на. Глеб пошел проверять. Иди тоже. Что там? Я тоже иду, мне сказали идти. А, это кот. Видишь? А, у меня вообще здесь жестко. Стой, не беги, давай приласкаем. Киса! А где он? Вон туда убежал. А я его пропустила, я в телефон смотрела. Я догоню. Какие-то сверчки летают. Ой, страшно. Глеб! Ты чё? Мне страшно. Слушай, а пойдём-ка в лес вообще? Пойдём. Так я с ней весь день тебе говорю, пойдём в лес. Я боюсь, ну пойдём, может, реально? А чё? В общем, сейчас уже 11 часов ночи. Мы решили пойти погулять в лес. Я не знаю просто почему, что вот, вот так вот. Ребята, мы уже вот готовы, оделись. Я взяла свой еще телефон, да, чтобы фонарик был. У меня Глеб еще, еще есть. Взял фонарик. Еще есть такой фонарик, вот шокер. И тут еще фонарик. Вот. И еще мы будем снимать фонарик, то есть у нас будет 4 фонарика и того. А еще у меня какая-то аллергия, поэтому у меня какие-то глаза красные. Хочешь взять салфеточку? Сморкаться? Да, кстати, давай возьмем. Вот. И насморк у меня. Глеб мне дал какую-то салфетку. Это я в ней сморкнулся один раз. Ну, положи к себе лучше. А мне некуда, мне тут... Ну ладно. У меня тут тоже что-то. Посмотрите, какой фонарик тут мощный на шокере. Я дерево просто освещаю. Ну, а, нет, вот видно, да-да-да. Я пока на своем телефоне не включала фонарик. Вот мы сейчас входим в лес. Что за звук был, да? Ты слышал? Нет, дед. Ты куда-то посмотрел еще куда-то. Я паутине. Да? Пиздец. Это очень страшно выглядит, я просто стою, под съем делаю. Ребята, я очень сильно боюсь. Во-первых, я боюсь больше всего насекомых. Вот, насекомых всяких. Тут где-то вот Глеб когда шел, я видела, светилась паутина. А вот паук. Большой, кстати. Глеб, я ухожу. Ну вот паук тут большой, мы в пауках будем потом. Вон там, вон паук, вот на этой ветке. Обычный паук, пойдем. Я не хочу. Пойдем. Мне, Глеб, мне страшно очень. Кстати, если что, джинсы, джинсы не мои. Джинсы я взяла здесь, потому что я в шортах приехала. Ты чего? Руки, руки, руки. Прям, ну, ветка упала, как будто или на куда-то подходит. Ребята, очень страшно, я не могу. Ты чего? Без предупреждения. Споткнулась. Хватит Валькуна. Когда пересмотрел Масленникова. Ой, ой, это я так свои волосы вижу. Здесь какие-то грибы. Подсъем гриба. Ой, кто-то жужжит за спиной. Кто здесь? Ой, ой, что? Моль какая-то. А-а-а, Глеб, мне страшно, Глеб. Ты видишь, что без этого фонарика вообще капец? А где он? Кто? Фонарик. Ты сейчас держишь его? Да. Включенный. Выключен. А включить? На, ну да. Ой-ой-ой. Слышно? Да, да. О, кто это? Кто это? Ты слышала, по-любому там где-то вдалеке кто-то есть? Ну, типа, что там двигается. Ну, как будто да. Глеб, там где-то сверху звук. Ну, это дятел, птица. Ты предупреждай, я вижу, когда ты шокером пикаешь. Кстати, почему-то, чем чаще, ну, не почему-то, чем глубже мы заходим в лес, тем больше каких-то... О, на мне кто-то сидел! Больше чего? Каких-то мушек на меня налетает. Я туда не хочу идти. Глеб, мне очень страшно. Кто здесь? Блять, я больше не хочу здесь стоять. У меня как будто кто-то по руке ползет. Я Глеба уже не вижу, он где-то там. Глеб, я не могу, какой-то паук! 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 Паук!
паук где-то был, я не знаю. А где ты увидела? Ты видела его? Да, я увидела, Глеб. Я он как будто за мной бежал. Глеб, посмотри, на меня есть пауки. Ай, у меня кто-то на голове. Что это? Убери это. Нет, ты просто, не знаю, червяк. Убери его. Или это просто вообще растение? А, Глеб, вот сейчас мне точно тут еще на голове. Где? Только что сел, как будто я прям почувствовала. Глеб, у меня паника, Глеб, у меня от насекомых паника. Нет, вроде. Короче, я не боюсь леса, у меня от насекомых паника, я очень боюсь насекомых, панически боюсь насекомых. Я не смогу. Я не боюсь. Я не могу. Глеб, я не могу, подожди, у меня паника. Я насекомых очень боюсь, я никого не боюсь встретить в лесу, мне страшно от насекомых. Вот маленький паук, видишь? Блядь! Я тебе говорю, пиздец, я вот и видела такого, он за мной бежал, как будто он, пойдем, как будто я его держал. Я не могу, все, нет, пойдем. Я очень боюсь пауков. Мы сейчас с вами пройдем подальше, потому что Лиза будет. Слышала? Да. Подальше. Где? Там. Слева, тут я? Да. Блядь, я не знаю. Я до этого слышал, там звуки были. Ты слышала? Раз, два, три. Что? Голос. Какой? Ну, человеческий. Нет, мне страшно, у меня какая-то паника, я считаю до трех. Был такой голос, типа, там, кто-то сказал что-то, типа, такая эфа. Да? Оттуда, откуда-то, справа. Ну, видите? Мы должны куда-нибудь... Ой, блядь, какие доски положены. Мы должны же хоть докуда-то дойти, правильно? Бля, кто-то летает там очень страшный. Ты чё? Лиза, кричишь, над ней паутина? По-моему, на мне тоже сейчас паутина. Где сейчас звук какой-то был? Я иду дальше. Блядь, там очень страшно. Кто здесь? Блядь, я сейчас точно слышал, что ты там. Вон там. Бля, ребят, я со вспышкой вообще ничего не вижу. Тут точно что-то есть. Эу! Наверное, просто ветки какие-то падают, или, может, господи, ветки, может, животные какие-то, я не знаю, ходят, или насекомые. Какие-то звуки, а, птицы, может быть, вот. Какие-то звуки просто очень стрёмные там были. Они до сих пор там есть. Вот тут. Че? На мне сейчас там паук. Бля, по-моему, ты вошел его. Паук? Где паук? На мне сейчас нет, паук? Нет, вроде не должен быть, я не вижу. А я танцевала, чтобы не бояться насекомых. А-а-а! Пойдем сейчас сюда. Короче, ребят, мы сейчас скоро пойдем уже, будем... Искать дорогу. Да, пытаться выйти. Потому что Лиза, говорит, ловит паничку из-за того, что тут пауки, очень какие-то насекомые. Пауков, да. И очень страшно. Я не могу. Мне прям сейчас... Прям тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, вот так вот. И мне кажется, даже рука трясется. Бля, тут большой комар сидит. Он полетел. На меня? Ну... Ребята, там большой комар был, я просто боюсь больших комаров, он на меня, по-моему, летит. Да? Он на меня летит? Он вот там был. Это моль.
Что-то я не поняла, я не понимаю, куда идти вообще. И тут еще большой комар, а там паутина. Ну мы там не были, подожди. Мы же там не проходили еще, а мы идем почему-то туда. А выход, значит, с другой стороны. Но мы оттуда идем. Ай, что-то на голове. Сейчас, погоди. А куда идти? Вот туда же вроде, нет? Вот. Нет. Ну, выглядит, как будто да. Блять, если мы сейчас не найдем выход... Ой, мне в паутине. Если мы не найдем выход, я не знаю. Не, ну мы найдем по-любому когда-нибудь же, да? Я потерялась. Глеб. Че? Глеб, это моя резинка для волос. В смысле? Трофишь? Нет, но она у меня на руке была. Она типа упала? Она, наверное, упала. И значит, типа там выход. Значит, там выход где-то. Окей, понятно. Глеб, а как она упала у меня? Ну, с руки нам просто упала. Я, наверное, тогда паук упал, я вот так делаю. Наверное. Вот. Все, все, я ухожу. Я не знаю. Там какой-то был звук, я не знаю, все. Измеешь там пауков? Сейчас у тебя... Что там? Нет, ладно, шучу. Блядь, ты дрожишь. Еще трясет. Потом домой пришли и спать в страхе делали. Всем доброе утро, ребята. Мы сейчас будем есть сырники. Мы насобирали ягодок. Здесь, короче, ничего не видно. Много землянички мы нашли. У Глеба тоже сырники. Чашка такая вот, у него бутербродики. Кофе у меня еще сейчас будет с молоком, ребята. Завтрак чемпиона. Да. На улице дождь, мы сидим, едим вот такие вот крыжовнички. Мы их сейчас под дождем собрали. Вот кайфуем. У Глеба ушки замерзли, он... Да, прям заболели от холода, ну, от ветра. Я вот сижу в двойной шапке, то есть вот... Вот мы сейчас бегали под дождем, звали крыжовник несколько раз. Побежим? Ну. Короче, Лиза сейчас побежит за крыжовником под дождь. Ну, беги. Кошмар. А что, все одна? Да. Чего одна-то всего? А мне очень мокро стало.